Оу, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником всех. Очень приятно, что вы тратите свое время праздничное на наш концерт. Мы постараемся вам создать приятное настроение, чтобы этот вечер вам запомнился надолго. Что еще могу сказать? Мы все знаем друг друга давно, мы будем прикалываться друг над другом, смеяться, мы без этого не можем. Будем максимально расслаблены, к чему я вас призываю. Если вам будет что-то нравиться, радуйтесь. Если вам будет что-то не нравиться, говорите «у-у-у» и уходите. Хорошо? Вот, мы сегодня будем еще играть какие-то вещи, которые будут первый раз исполнены. Они хотим специально сыграть для вас, для того, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Если они вам понравятся, мы их запишем на пластинку. А если они вам не понравятся, мы их запишем на пластинку. Сергей Гейер пытается обратить на себя внимание, друзья мои. Сергей Гейер. Никита Блинов. Петр Ившин, барабанщик PRC, Петр Ившин. Это твой первый концерт в этом году или нет? А, это его первый концерт в этом году. Второй все-таки, блин, не повезло. Обычно у Пети вот из 365 дней, 300 дней у него концерты. Вот Петр Ившин. Вот, и страшный и ужасный продюсер всея Руси, Лев Трофимов. Со своей небольшой коллекцией. Далек. Меня зовут Николай Моисеенко, и спасибо большое, что вы сегодня здесь. Сейчас мы для вас сыграем сразу новую песню на новых инструментах. Те, кто к нам приходит на наши концерты, знают, что вот на этом большом саксофоне я здесь обычно не играю, я людей жалею. Но сегодня тот самый день, когда волшебный день, будет происходить волшебство. Так что наслаждайтесь.
Вроде ничего. Сейчас мы сыграем не нашу композицию, а композицию, которую мы очень любим. Мы очень любим композицию, которая называется «Dump», группы, которая называется «Салат», что в переводе на английский язык звучит как «Lettuce». Ну, кто-нибудь знает эту группу наверняка. Ну, сейчас заиграем, вы узнаете.
Ой, да, мы сейчас «Долгая дорога в дюнах» — следующая композиция, которую... Я шучу. Следующую композицию написал прекрасный саксофонист, его зовут Джоша Редман. Серега, привет. Видел, я специально играл сегодня на тенере, ты хотел послушать тебя. Серега, привет. Прекрасный саксофонист, его зовут Джоша Редман. У него есть композиция, которая называется «Hitting Home». Мы ее переделали так, чтобы она понравилась нам. И хотим сейчас сыграть ее для вас, чтобы она понравилась вам. Thank you.
Лев Трофимов. Спасибо вам большое. Все хорошо, да? Все нормально? Да, и Валя от нас не уходит, он еще здесь. У нас, у меня просто вот друг пришел, его ждут целая большая компания друзей. И я на нем проверяю, вот если он уйдет, значит что-то пошло не так. А он пока здесь, так что все хорошо. Ребята, давайте играть, пока он здесь. И сейчас мы для вас играем совсем новую композицию, которую мы услышали и узнали про ее существование всего лишь несколько часов назад. Я написал «Наше молодое дарование». Никита принял, у нее нет названия, как у нормальной, хорошей композиции, конечно же. И мы сейчас для вас ее сыграем.
Лиги. Это, наверное, возрастное. Я вот несколько лет назад, если бы кто-то мне сказал, что я буду играть эту песню в своем исполнении на саксофоне, я подумал, что я сошел с ума, потому что, во-первых, это Энни Ленокс, во-вторых, поп-песня на саксофоне — это всегда так ужасно пахнет туалетом или супермаркетом. Но я серьезно считаю, что это что-то возрастное, видимо. Я так захотел себе сыграть. Эта песня «No More Love You». Я ее очень люблю. Я попытаюсь сейчас для вас ее изобразить. Thank you.
Никита Блинов. Ну ладно, тогда будет хорошо пошло, да? Сейчас сыграем еще одну, не нашу, прям песню. Ее написал Джон Мейер. И она называется «Остановите вот этот поезд». Именно вот этот вот. Нам она тоже очень нравится, эта композиция. Если вот с предыдущей композицией у ребят был такой момент, фу, зачем, то с этой у них не было вопросов, потому что до меня ее уже сыграл Джошуа Редман, и у меня как был козырь, типа, смотрите. Вот. А, ладно. Ну, давай.
Спасибо большое. Можно с такого джагуть просто вот вырезать эту бяку. Друзья мои, сейчас мы для вас сыграем композицию, которую мы играем редко. Не знаю почему. Эта композиция стала известна даже в штате Техас, Соединенных Штатов Америки. Один раз я получил письмо оттуда, что типа, ребята, вот эта песня у нас на радио часто заказывают. Вот, у нас был такой момент славы, какой-то момент. Вот, я написал, типа, ну давайте, классно, привезите нас, мы приедем к вам, отыграем. Ну и все закончилось на стоимости билетов, перелетов Москва-Техас. Вот, ну и поэтому мы играем эту песню здесь. И эта следующая композиция называется «Boy Going». Она была нами написана, по-моему, лет 5-6 назад. Петя Ившин сейчас будет играть в первый раз. Потому что человек, который должен был ее играть, сейчас находится на Самуи. Это Александр Кульков, тот, кто ее записывал. И поэтому Петя сегодня отбывается. За всех. Петя Ившин. Друзья мои, Петя Ившин. Петр Ившин. Давай, наша ситуация пока.
Миша Давлинов. Мы его подставили, заставили играть. Ой. Сейчас мы сыграем композицию, которую... Кто-то Д'Анджело написал, по-моему, да? Намешал. Да, я сочинил Д'Анджело. Называется она «Африка». Мы играем ее в версии Next Collective, которую мы переделали для того, чтобы нравилось нам. И потом понравилось вам. У вас все хорошо? Ну, классно. Отлично. Никто не устал? Нет? Нормально?
друзья мои. Сейчас мы для вас сыграем новую композицию, ту, которую мы хотим записать. Она начинается медленно, потом она будет переходить в быстрое. Это я просто напоминаю ребятам, что мы сейчас будем играть, потому что, как обычно, у новой композиции нет названия. А то, как мы определяем эти композиции между собой, они не для публики, они сугубо для внутреннего потребления, корпоративного. Можете начать, ребята. Спасибо. Спасибо, дорогой Лев Юрьевич. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Thank you.
сыграем исключительно позицию. Да. Надо. Да. Она будет. Хорошо, она будет милая. Ну сегодня же праздник. У нас же тоже праздник. Петр Ившин. Никита Дымнов. Сергей Геев. Лев Трофимов. Меня зовут Атанасий Есеменко. И все вы такие классные. Я так слышал, у нас классно, внимательно. Спасибо вам большое, что вы все были здесь. Геев! Все, последняя композиция «Can't be can't get hung up your hand-ups». И пойдем по нам. Thank you.
Спасибо вам огромное. Никита Блинов, Петр Ильшин, Сергей Геер, Лев Трофимов. Меня зовут Николай Мисенко. До новых встреч, детей! Спасибо! Thank you.
Thank you.